Ну вот на озере происходят изменения. Все убирается, потому как уже закрывается сезон. Но вот некоторые уже катамараны уже вон вынесли, на берег выносят, делают для них какие-то эти заграждения, чтобы не смогли, наверное, может быть, ветром сдуть как-то. Но вот все топчины убраны, ничего на берегу нету теперь. Все чисто. Вот. Никаких людей сегодня. Ну, очень-очень мало. Я встретила только человек 6 или 7. Ну, то есть сезон уже кончился, считайте. Что ж, сегодня 26 октября, конечно, вот еще в воскресенье и в субботу были топчины. Ну, вот сегодня среда, уже никаких топчинов нету. И народу нету, конечно. Вот. Так что все течет, все изменяется. Все изменяется в ту сторону, в какую нужно. То есть в сторону предстоящего осеннего позднего сезона, а потом уже и зимы. Ну, эти еще работают павильончики, но не все уже. Некоторые уже закрылись. Так же, как и на море, когда идешь, то тоже, ну вот и народу тоже мало приехало. На озере, на море, когда идешь, то там тоже 4 или 5 павильончиков осталось работающих. Остальные уже все прекратили работу. Ну вот, до следующего сезона. Ну, я еще некоторое время буду здесь, весь ноябрь, поэтому периодически буду приходить сюда. Ну и рассказывать вам, какие изменения происходят на Кипарисовом озере. Но то, что кипарисы уже вообще на суше, я уже вам говорила. Ну вот, ну на сегодня пока все. Пока-пока.